Привет, Лала, привет, Москва. Перед тем, как инструменты отправлять, мы их снимаем на видео. Это такой мягкий-премягкий кофр. А что в нем? В нем двойная полифоническая окарина в соль. И вот так она играет. А также обычно в придачу к двойным окаринам у нас принято какой-нибудь подарочек еще маленький подарить. Это будет вот такой вот пищик кубанский о 6 отверстиях. Ты интересовалась овлосами, двойными пищиками, так это вот их такой более несложный такой родственник, в котором всего один голос, но такой мощная громкая дудка такая. Это наш тебе подарочек. Сейчас все продезинфицируем, упакуем и повезем в деловые линии. А ты, когда получишь, нам напиши свой отзыв. Всех благ!